США раздали уже более 6000 георгиевских ленточек. Добровольцам дарят символ победы во Второй мировой войне в 40 американских городах. По словам волонтеров, жители США вспоминают общую историю, военные годы и даже рассказывают о своих родственниках и знакомых, участвовавших во Второй мировой. В этом году ленточки впервые раздают не только русскоязычные соотечественники, но и коренные американцы, поддерживающие эту инициативу. Больше всего ленточек раздали в Нью-Йорке. Только за воскресенье символ победы взяли более 100 американцев. Акция проходила на Таймс-сквер под запись песни американских бомбардировщиков. Проходит акция «Георгиевская ленточка» в Вашингтоне. Там она продлится до 6 мая, когда в большинстве американских городов пройдет марш «Бессмертный полк». Кроме того, в этот день над Нью-Йорком 4-й год подряд пролетит легкомоторный самолет с 30-метровой георгиевской лентой. По традиции он сделает круг над статуей свободы и обязательно появится в небе над районом Бруклин, где живет много выходцев из бывшего Советского Союза, в том числе ветераны войны.